Конструкция и принцип работы клапана для быстрого сброса давления «Stock Wear». Клапан «Stock Wear» отличается простой и надежной конструкцией. В нем отсутствуют оси, подшипники и уплотнения, которые подвергаются износу и коррозии. Запорным элементом является армированная резиновая мембрана. Она служит и приводом, и уплотнителем. Клапан «Stock Wear» предназначен для предохранения сетей от избыточного давления. На клапан устанавливается определенное рабочее давление согласно техническим требованиям заказчика. Клапан управляется пилотным регулятором с быстрым открытием при превышении установленного давления. Клапан размещается на отводе от главного трубопровода. Рассмотрим принцип работы клапана «Stock Wear». Если давление в трубопроводе превышает установленный уровень, в клапане срабатывает пилотный регулятор. Происходит мгновенное опустошение управляющей камеры. И за доли секунды клапан открывается. После опустошения управляющей камеры пружина пилотного регулятора разжимается и открывает командный порт для плавного заполнения водой управляющей камеры. Камера наполняется водой. Клапан закрывается. При повторном увеличении давления снова происходит резкое открытие клапана. НПЦ «Промводочистка». Официальный представитель «Дарот» в России.